Господи, неужели я села кушать? Даже не верится уже. Ё-моё, я уже и кушать-то не хочу. Тут кусочек, там кусочек. Урвала. Вот. Ну, надо кушать. На ужин у нас гречка с подливой, с мясом. Салат нежный. И это самое, свеколка. А, ну и пару мантышек тут еще осталось. Блин, пробежалась в магазин пешочком. У нас какой-то ветер поднимается холодный. Дочь, а что делаешь? А? А маму любишь? Она наелась, у нее живот болит. Везет тебе. Я хотела тебя попросить чайку поставить. Я ближе к кухне? А-а-а. Ну все, значит, я это буду воспринимать, что ты меня не любишь. Ладно, ладно. Сама поставлю. Так и быть. Я просто устала. Дочь завтра не учится. Учителя уезжают в Москву. Зачем-то. Чайку надо с лимоном попить. А то что-то я шмыгаю. Вилку не ту взяла. Матюша рядом лежит со мной. Ну, Матюша сегодня кушать больше нельзя. Он... Два раза утром пил кефир, потом ел кашу с мясом. И вечером я пришла, опять налила ему не кефир, а снежок. И опять кашу с мясом, с индейкой положила. Поэтому он не голодный. Меня больше всего радует, что он сходил в туалет хорошо вечером. Таблетки мы все пьем. Соплюхи, конечно, у нас бегут. Особенно по утрам. Мартюша. Не жидкие эти вот, ну, не жидкость из носа, да, как обычно у них бывает. Такие жиденькое что-то из носа. А именно соплюхи. Как у маленьких деток. И моя врач, которая здесь, сегодня опять звонила. Уже не я ей звоню, она мне звонит сама. Спрашивает, как Мартюшина состояние. И говорит, раз сопли побежали такие зеленые, скорее всего, подхватил еще в придачу этот, как вы все говорили. Питомнический этот кашель, или как там. Оле позвонила я сразу после своего местного врача.
Оля меня успокоила. Сказала, что вы все пьете. Все лекарства. Поэтому все у него пройдет. Блин, вкусен и тот салат, и тот. Свеколка с чесночком. С майонезиком. Вот. Оля сказала, если даже и это питомнический, ну, кашель, как там, он подхватил в итоге. Ну, ничего удивительного. Мы были в этой клинике во Владимире, там очень много было животных именно с этим заболеванием. А его рвало, рана свежая внутри. Ну, Оля сказала, что, скорее всего, нет. А моя врач сказала, что, скорее всего, да. Но Оля сказала, пьете таблетки, все должно пройти. Скажите мне год назад, что у собак бывают сопли, кашель. Я бы засмеялась, правда. Потому что сколько было у меня до Мартюши животных. Ну, не сколько. 3 собаки у меня было до Мартюши. Блин. И одну собаку мы подобрали с мужем в Москве. Не в Москве, а в этом. В Московской области. Водолазом. У нас был водолаз. Только сейчас поймался на мысли, что был водолаз у нас с мужем. И она не дожила до года. У нее были проблемы с сердцем. Ой, я путаю, у нас с мужем 2 Мартин-то. Был водолаз. Да, 3 было. 2 было. Мартин 3. Был наш водолаз, которого мы покупали. И умерла девочка. Потом водолаз, которого мы нашли, спасли. Подлечили. Потом, наверное, месяца через 3 нашли хозяев в Москве. И отвезли хозяйки. Которая даже спасибо не сказала. И Мартюша. А еще 2 собачки у меня были. Ну, ранее. Когда еще дети маленькие были. И никто не дожил до старости. Даже. Ну, не будем о грустном. Всех своих собачек я вспоминаю. Все умнички были. Одна Кеся, которая была похожа на лабрадора и на Кана Корса. Ну, раньше я думала, что она похожа только на лабрадора. А когда сейчас узнала породу Кана Корса, я поняла, что все-таки она была Кана Корса, моя Кеся.
а не лабрадор. Потому что я уходила на работу, приходила домой. Линолеум был разодран в клочья. Обувь оставлять тоже было нельзя. Она поднимала даже линолеум, когда одна оставалась. И меня в обиду на улице никогда не давала. Вообще была... Огонь. Собака. И была слюнявая, да. Я просто все сейчас перевариваю. Почему я думала всегда, что это лабрадор? Потому что бывший муж мне ее привез с питомника, как лабрадора. Но удивило меня только одно, что ему ее отдали за бесплатно. Вот такую, только глаза открыла. Прям на ладошке лежала. Маленькая была, вообще трындец. Прям вот еще глазенки даже были вот такие. Еще даже кушать сама не умела. Или даже глаза еще не были открыты. Не помню, девчат, это было так давно. Но вот с таких малипусечек она у меня выросла. Ну, пока росла, шкодила много, да. Потом выросла, перестала. Сошла с ума, когда я уехала за бабушкой в Сибирь. Не вынесла разлуки. Я уехала на 2 недели. Вот так. Сейчас бы попить еще что-нибудь. Дочь не налила. Сейчас водичку хоть налью. Ребенок спит под ногами. Спи, спи. Тебе здесь ничего нету. Что-то никакой сок не купила. И еще одна собачка у меня была маленькая, карликовый пинчер. Она попала под машину. Побежала меня встречать. И все. Хотя никогда под машину не бросался. Между ними всеми большой промежуток. Я долго не могла решиться и долго и не могла жить без них. Но не могла решиться завести еще собаку. Ну, любовь к ним перебарывает все страхи. И они опять появляются. Да. Ой, Матюш лежит так, глазами делает. Подслушивает.
Каждая из них шкодники были по-своему. Но заступалась за меня только одна, вот эта Кеся. Она была тигрового окраса. И Мартюша мальчик первый. Все те были девочки. Вот. А именно Мартюшу захотела, чтобы он был мальчиком, а не девочкой. Говорю, мне с девочками не везет. Рано они от меня уходили. Чё? Объелась. Конечно, я пока готовила, поела. Чуть-чуть. Думала, сбегаю в магазин, протрясется. Не протряслось. Не влезла. Ну и ладно. Сытая, самое главное, да? Кукуруза как вкусненько. В нежном салате. Вот. Раньше бы это все остатки отдала бы Мартюше. Теперь выкину. Здесь осталось буквально по ложке, да есть не могу. Ты чего кашляешь? Я боюсь. Поэтому кашляешь? Да. А. Так что вот, мои хорошие. Ну все, всем пока-пока.